В Приморье началась эстафета первых летних международных спортивных игр «Дети Приморья». Старт мероприятию дал губернатор края Олег Кожемяка, а прошло оно в поселке Лозовый Партизанского городского округа. Лучшие спортсмены пронесут флаг игр по всем муниципальным образованиям региона. Спорт – это источник жизни, здоровья. Спорт – это мощь государства. Тысячи и тысячи советских спортсменов оставили после себя хорошую школу. Они поднимали флаги в различных соревнованиях, на Олимпийских играх, чемпионатах мира. И сегодня мы продолжаем эту традицию. За 5 лет Приморье реализовало более 1000 проектов больших и малых спортивных сооружений. 17 миллиардов рублей было вложено за эти годы в спорт. Первыми на флаге игр «Дети Приморья» появились знаки гербов Приморского края и Партизанского городского округа. Знамя побывает во всех 34 муниципальных образованиях края, преодолев 5000 километров. Эстафета завершится 2 июля во Владивостоке. И сегодня, кроме детей Приморья, будут принимать участие дети из Запорожья, с Донецка, с Луганска, с Херсонской области, также из Беларуси. Мы пригласили ребят из Китайской Народной Республики. Это будут поистине настоящие международные соревнования. Напомним, первые международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут в Владивостоке с 1 по 6 июля. Более 1500 спортсменов поборются за медали. Анна Дьякова, новости на 8.